со слова начинаю, я с ним не воюю, потому что он, ну, такой, ну, как это, потом строит козни. А я делаю свое дело, и так немножко получается. А это с Божьей помощью. Батюшка-то с вами там был все время-то. А, этот Гурами, да? Да, Гурами. Знаешь, да-да, он уже стал священником, он был дьяконом. Ага. Да, и он очень ревностный, он положительный дьякон. Значит, у него, он хорошо знает Писание, он обращался с сектоведением, он проводил беседы насчет вот различных сект. И вот его рукоположили и назначили где-то в Дедубе, ну там большой район, священником. Ну и вот там, значит, он молодой, он же по возрасту, он уже за 40 лет, где-то 50, как молодой священник. Ну вот он там пока тихо сидит, он не может себя вот реализовать пока. Я у него спросил, вот я недавно видел его, как дела, молчал, ничего не сказал. Я его приглашал к себе, он у меня один раз проводил разбор Слова Божия. Я пригласил одного диакона, он хорошо знает слово и такие, значит, хорошие беседы проводит. Он у нас с молодежью провел полностью все деяния апостолов и на очень хорошем уровне. Вот эти проповеди апостола Павла, эти гонения, значит, география у нас как-то есть. Ну вот так, и сейчас мы начинаем Галатам. Но он служит в другом храме, и, значит, не всегда он может быть у нас. Но живет он рядом с нами. Значит, я слышал, что у вас какой-то форум там проводится по твоему вопросу. Вот это, конечно, очень интересно было мне послушать. Может, я бы тоже что-то это сказал. А ну, значит, единомышленников у меня нету. Может, они есть, но я их не знаю. Вот, ну, да, что еще мне сказать. Вот вчера у нас было торжество православия. Это мы очень так торжественно встретили здесь. Вот как раз я что-то там подготовился, здесь вот они слушали. Да. Да, Слово Божие слушаются. Вот если подготовиться тему, привести пример отцов и мест Писания, это всегда слушается. Нынче там мед-то у вас собирали, поскольку собрали? Ну да, ага. Ну, значит, Миша, да? Да. Он, значит, они вместе, братья разделились. Миша в Восточной Грузии, а Ливан поехал в Западную Грузию. Значит, Восточная Грузия – это в сторону Кахетии, а Западная – в сторону моря. И оказалось, что в Восточной Грузии совсем мало меда было. И он там, Миша, служит с одним батюшкой, и он туда в деревню ходит, а батюшка монах. И он все это, значит, ну, в такую сторону монахов клонит здесь. И он, то, значит, то, что знал, вот что я учил там Писание, он, ну, у него заморозилось. Он вот это патриарх, здесь отцы, вот так вот, и хотя бы очень мало цитирует их. А Ливан, он, значит, у моря поехал туда к морю, в район Пути, еще там где-то, ну, в общем, Западная Грузия, сам третий район, и там он очень хороший урожай собрал. Сейчас он уже собирается большую машину покупать, чтобы там возить их, перевозить, все это он освоил, это дело. У нас патриарх объявил,
значит, когда эта война была, вот такие смуты, работы не было. И вот он объявил, значит, желающие быть пчеловодами, пригласил всех учиться. И у нас хорошие учителя были. Они кончили там, значит, по пчеловодству. Большой опыт был. Прямо ученые были. И вот Миша и Ливан, они научились. Уже, кажется, уже 8 лет этим занимаются, освоили профессию. И когда, значит, они работали там в патриархии, ну, настало время платить. Ну, а как всегда, там у них нет денег. И тогда они дали пчелами. И вот с этого времени они начали пчелами заниматься. Ну, в общем, они на этом живут, ну, нормально. Верующему, наверное, больше не надо. Миша уже купил машину маленькую себе, там водит здесь, вот, так что это получается. Ну, и к нам приехал, да, вчера, значит, один архимандрит, он с Москвы приехал, ну, и вот там разговорился, значит, о Украине рассказал, вот какие там ужасные положения. Да, и наш патриарх сейчас, вот наш святейший, поехал в Турцию. Здесь вопрос решать именно подготовка 8-го Вселенского собора. Ну, информации никакой не имею пока. И почему-то они вот так вот, где я в средствах информации, ну, допустим, вы даже можете набрать новости, Грузия, вот оттуда узнаем информацию. Ну, пока, значит, он приедет, конечно, он уже будет, когда в центральном храме, вы же видели, у нас большой храм, Троицы, там он уже все расскажет, все доложит и уже будет в печати. Но пока мы не знаем. Значит, идея была, Вселенский патриарх Варфоломей собрал всех глав церквей там, в Константинополе, то есть уже в Стамбуле. И что там, как мы, это уже информации не имеем. Да, ну вот вопрос. Отец Наум, об этом я выставил материал на своем форуме на первой странице. Он у меня уже стоит. Да? Да, как я понимаю, у них была принята программа, все там стоит. Ага, ну вот сейчас я только сейчас пришел в церкви, я уже все включу. Сейчас у меня даже там. Я тебе сейчас скажу, как называется. Подожди-ка. Сейчас я скажу, как называется. Так. Называется «Каноны соборов, сравнивая с Библией». Ага. Ну да, вот это хорошая тема. Да. Ну, знаешь, вот, что у них там было? Там все написано. Какую они программу так, далеки... уже приняли программу. Ага. Они позавчера так разъехались. Да, позавчера, да? Вчера, да. Ага. На форуме зайди, это все найдешь. Так, я хотел спросить, как Нино здоровье-то? Ну, она так, нормально, по ее возрасту нормально. Вот она этой китайской медициной, она освоила ее, но вот эта агрессивность у них осталась. Я ей даже говорю, вот кем ты была? Сейчас же открыл же тебе, Игнатий, открыл. Показал дорогу здесь, посмотри, какие проповеди, все на Слове Божьем. Он против монахов, против епископов, так не против епископа, а против нарушений, которые они делают. Кто может пойти против епископа? Да, вот такие они грузинки. А как же говорит, значит, что слепой слепого ведет, и оба в яму под... Кто ведет-то? Ведет это руководитель? А вы молчали, да. Шли за ним, упали вместе. Да. Ну, понимаешь, вот здесь вот, ну вот я слышал, конечно, они тебя достали, вот все эти руководители, и все твое живое прямо убивается. И против слова, это, конечно, ужасное положение. Здесь, ну, роль у них...
Что ты сделаешь здесь? Вот видишь, вот эти садомисты, видишь, все уже доказано, все открыто. И друг другу покрыли, и тихое болото. Понимаешь? Опять там эти уже залились в этом, уже все тайное стало явным. И видишь, здесь и так и заморозилось. Это, наверное, там все нужно раскрыть, все перевернуть, всех выгнать, всех новых поставить, нормальных людей. Кто это будет? А у них же это, они же законсервированы все. Это очень сложно это сделать, да? Значит, отец, скажи мне еще раз, сколько, значит, как эта тема называется? Которую я сейчас назвал-то ее? Да. Называется так. Так, где она? Вот она. Каноны соборов сравнивают с Библией. Прямо на первой странице, третьей строчке. Ну, я открываю форум Игнатий Лапкин. Да. Первые вопросы, которые мне задают. Все. Второе, пение птиц, а третье, каноны. Третья строчка. Да. Ага. Это очень меня интересует, да, материал. Вот об этом. У них в программах. Даже вчера все. Меня сегодня спрашивали, как разбирать. Я посмотрел ее всю и сказал, хорошая программа у них. Да. Календарь они не ставили вопрос, да? Нет, там нет. Вопросы хорошие, прямо в евангельском духе. Ты обязательно посмотри, посчитай, я ее выставил. Ну да. Это сейчас мне тогда нужно на другой компьютер перейти, чтобы туда зайти. И рядом православная деревня. Рядом православная деревня, последняя пятая страница, посмотри. Сейчас вышел третий номер. «Русский дом» называется, журнал по благословению патриарха. И там про Потеряевку написано. Хорошая статья. Ага. С фотографией. Да. Ну, это, конечно, у вас очень такой... Я бы с удовольствием бы тоже бы открыл это. Значит, кто ко мне приходит, молодой, я всех принимаю, открываю дорогу. На что он способен. Если читает, пускай читает. Если есть слово, пускай тему подготовит. Но, значит, уровень очень такой, желать лучшего. А эти, которые, когда я у вас был, вот в 13-м году, там перевозчицы были, это две сестры-то, как они? Да. Ну, они в хоре поют, они так церковные, они такие Божьи люди и такие смиренные, любящие, достойные. Здесь, да, мы иногда вот сейчас редко видимся, но в церкви вот я их вижу. Здесь. Хорошо. Ну вот, такие дела, да. Хорошо, я сейчас посмотрю эту тему, да. Может, я свяжусь. Потом, может, я свяжусь. Я вижу, как ты со всеми общаешься. Вот этот человек больной, как ты там с ним вот дискуссировал. Здесь это такой хороший вопрос задается. Да, вот это я постоянно слежу, захожу, ну уже как бы с тобой общаюсь. А ты на канал на наш Ютубе? В Ютубе заходишь на наш канал? Ютуб, да? В Ютуб. А вот на Ютуб я... Ну, я уже не все могу так это, там уже у вас по полтора-два часа идут, так я уже все не успеваю. Там разные встречи. Там и про Украину, про все. 1600 роликов стоит. Ну да. Ну там есть вот в этом вы все это говорите. Все вот, на Украине. На форуме. Все это я это видел. Ты на YouTube заходишь?
на Ютубе. Там разговоры у меня идут с Лондоном, с Латвией, с Францией, с Италией. А, с Лондоном, да-да-да. Какой-то вроде сектант был такой. Вот я там видел такой, он потом прервал разговор быстро. Да, да. По скайпу. Ну ладно, там, отец, люди... благословляй нас. Я больше ничего нету. Да, здесь уже, как говорится, вы уже должны меня благословлять. Так, Гураму, поклон передавай. Да, сеет, да, а как коп сходит, там это Бог взращивает. У нас, значит, в этом году, да, готовится поездка в этом году. Ну вот, что? В этом году мы готовимся поехать, миссионерскую поездку. Да, вот. Если мы выйдем отсюда 27 мая, мы уходим через Украину, пройдем Украину, Румынию, зайдем в Болгарию и уходим на Грецию. А из Греции там переплываем в Италию. И там мы должны дойти до Португалии. Оттуда проходим через Францию в Англию, хотим попасть. Приглашение ждем. А потом мы весь центр Европы берем и проходим на Скандинавию. 4 скандинавских. Переплываем и 3 прибалтийских республики. Тогда уже по северу российской страны будем работать. У нас нынче самое длительное путешествие должно быть. Ну, помоги вам Господь. А ты помни, молись, вот нам нужна помощь, чтобы Господь сохранил. Надо, я всегда поминаю, даже вчера за чашей поминал тебя, значит, Игнатия, Надежду и со всеми чадами. Ты вот, помню, когда посмотришь, 4 каноны соборов, а пониже православной деревни, и там эту статью увидишь, ты Нино дай просчитать, Нино. Да. Михаилу, дай им просчитать, да, и посмотреть. Скажи, какой журнал патриарши печатает? И они не говорят, это православные, а именно православные, которых больше нету. Одни мы, говорят, такую деревню строят. Московской патриархии. Да, конечно, это центральный журнал по благословению патриарха. Это очень хорошо, да? Это большая статья, она идет по всему миру. Ну вот, на это благословляю, что стучите и отворят. Да. Да, потому что уже, если так уже вскрылось это все, и со всех сторон поднимаются и служители, и священники, и, значит, уже совесть просыпается. Они уже не под этим игом здесь этих руководителей будут, а здесь уже истина восторжествуется. Да, это конечно, так не может быть. Господь, все тайное станет. Меня, будут слушать и вас. Гнали меня, будут гнать и вас. Это от Бога. Да. И послушание и гонение. Тут ничего особенного нет. Каждый делает, что умеет. Ну, я не знаю. Надо такую, здесь, как у нас один есть такой активный прихожанин, говорит, давайте соберем инициативную группу детской, и вот соберем им, там начнем, там нужно было деньги собирать, потом нужно материалы собирать было какие-то, вот для строительства, и вот он так, что здесь, конечно, нужно здесь таких ревностных собрать, иметь общение, и со всех сторон, со всех концов здесь постучаться туда, вот, чтобы, ну, конечно, чтобы это было вот на всех фактах обосновано. Вот как Курай, он показал там, как этот был, этот, как его, Максим Козлов, священник, отец Максим Козлов, да? Да. Да, да, он там же был, все это показал, все это здесь... Да, и почему-то самое главное, что вот кто в этом был заинтересован, эти журналисты, «Эхо Москвы», вот такие издательства, они замолчали. Что им уже? Им рот закрыли.
Ну ладно, отец, отпускай нас. Благодарим. Спаси, Христос. Да. Благослови очень. Да, спасибо. Да. Ну, Бог, с Богом, да, всегда будьте. Хорошо. Да, Бог мужествен и очень мужествен, как Бог сказал Иисусу Навину. Отключай. Будь тверд и очень мужествен. Да, выхожу сейчас. Давай, первый, отключайся. Спасибо, Господи. Это отец Наум из Грузии, мой крестник. И он перед народом вышел и говорит, вот приехал мой духовный отец, я там обратился. Ну, это все в интернете стоит, он очень хороший. Большой храм закатил строить. Благословит его Господь.